दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, ठंडी में थोड़ा गरम गरम चीज़ देखना अच्छा लगता है। आज हम देखने वाले हैं एक विदेशी डॉक्टर, वो कैसे ट्रीटमेंट करते हैं, उसको कमर के साइड में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे ठीक किया जाता है, ये डॉक्टर के द्वारा हमको देखने को मिलेगा। चलिए तो फिर ज़्यादा देरी ना करके शुरू करते हैं। और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। Так, работа с тазом. Задача выровнять тонус в ягодичных мышцах, которые отвечают за баланс таза. Если есть дисбаланс, сейчас покажу, как это выглядит. Допустим, вот ямочка, то есть ось таза нарушена, да? Идет искривление. Получается, что идет адаптация, левая нога перегружается, правая теряется в тонусе. То есть вот эта средняя ягодичная, она отвечает за... Она такая треугольная мышца. Вот она треугольная. И ее тонус отвечает за баланс таза в нейтральном положении. Вот так. То есть вот эти ямочки, они, видите, правая сторона ямочка поднятая. Это говорит о том, что тонус этих среднеягодичных мышц разный. И это влияет на искривление, как в данном случае. Видим, да, что идет напряжение в квадратной мышце поясницы слева. И будет блокироваться крестцово-подвздошный сустав. То есть есть такие суставы, которые вот здесь крепятся. То есть крестец, крестец, вот крестец. И тут гребень подвздошной кости. И тут сустав, вот сустав. Он будет блокироваться при пальпации, и даже бывает, когда человек сидит, длительное время появляется болезненность в этих местах. И человек говорит, что копчик болит, или поясница болит, то есть локальная боль. Это чаще всего связано с крестцово-подвздошным сочленением. Вот. При пальпации здесь больно? Чуть-чуть. А здесь? Здесь больнее. А почему здесь больнее? А потому что из-за перекоса эта сторона страдает больше. И идет износ тазобедренного сустава. Он за счет того, что нагрузка идет несимметрично. То есть ось позвоночника, проводим ось. И получается, что распределение нагрузки на ноги разное. Здесь 70%, здесь 30% нагрузка, соотношение. И таким образом этот сустав, у него повышена нагрузка, и он изнашивается быстрее. За счет этого сустава теряется тонус ягодичных мышц, и таз выворачивает, выворачивает дальше. Поэтому задача восстановить вот здесь тонус средней ягодичной мышцы, а здесь убрать повышенный тонус. Таким образом, мы за счет коррекции позвоночника и устранения триггерных точек можем повлиять на тонус, а за счет упражнений мы можем укрепить вот эти ягодичные мышцы и повлиять на статику. Потому что если с таким перекосом идти в спортзал и тренироваться, вы будете всегда в перекосе тренироваться, изнашивать себе межпозвонковые диски, и будет формироваться уже протрузии и грыжи. Поняли? А ну, пройдите вперед. Вот, видно походку, как таз выворачивает. Еще сюда ко мне. Сюда. Вот так. Сюда разворот. Еще ко мне сюда задом, задом, задом. И опять вперед. Вот, влево. Видно? Влево. Смотри. Вот. Видишь, как левая нога? Вот тут короче. Дальше. Вот как раскрытие идет крыла подвздошного гребня, подвздошной кости. То есть тут затянута подвздошно-поясничная мышца и косая мышца слева. Вот так боль есть? Ну, боль от силы нажатия. От силы нажатия, но не ничего критичного. Так, вот так вот. Больно? Нет, просто тянется. Угу. В целом, смотрите, подъем неплохой. Ну, как бы защемления такого нету. Перекос больше за счет постуральных... разного натяжения мышц. Тут защемления как такового нету.
Вот. А вот то, что идет нарушение биомеханики, есть. Вот тут больно? А тут? Меньше. Меньше. Тут? Боль. А тут? Меньше. То есть вся левая сторона. Сейчас как раз здесь уберем спазмы и поставим косточки на место. Вот эта мышца, которую я сейчас массирую, она называется квадратная мышца поясницы. Она находится под разгибателем позвоночника, вот здесь, под разгибателем позвоночника. И влияет на искривление таза. Нужно добиться стойкого покраснения, гиперемии. То есть мы таким образом, первое, восстанавливаем искривление таза. Второе, снижаем нагрузку с тазобедренного сустава, выравнивая тонус мышц, подключая при этом упражнение. Третье, добиваемся усиления кровообращения и трофики к тазобедренному суставу, то есть мы сохраняем его питание и уменьшаем его разрушение, не даем дальше разрушаться. Четыре, устраняем триггеры в мышцах, зажатости, которые вследствие образовались этого перекоса. После проработки сделаем растяжку. И о, видишь, как она уже сразу. И вот такая вот растяжечка. Квадратные мышцы. То есть нам надо вот эту сторону как раз таки растянуть. И подправить эту ротацию. Знатно хрустнуло, да? Все эти манипуляции связаны с устранением зажимов и нарушений в постуральных мышцах постурального баланса. Но при этом, первое, за такое короткое время мы можем добиться то, что устраняем спазм, и устраняются таким образом болевые ощущения. Человеку становится легче ходить, нету скованности, нету болей. Единственное, что остается крепатура, это один, ну, минус. И синяки – это тоже минус. То есть мы берем тем, что убираем боль, но взамен у человека синяки, которые проходят там 3-4 дня. Ну, тоже, тут синяков особо не будет, потому что более-менее все неплохо. Дальше, за устранение перекоса меняется… Вот, покажи ноги. Смотри, вот, сделал ротацию, и совсем по-другому становится тонус мышц. И ноги постепенно начинают выравниваться. Это как раз-таки, когда длина ног зависит от положения таза. Дальше. Упражнениями мы помогаем добиться более стойкого результата. Понятно, что все эти манипуляции, они не навсегда, за счет того, что привычки сформировались, и все ведет к тому, чтобы оно опять возвращалось. Но за счет того, что если человек к этому серьезно подходит, а мы даем для этого все инструменты, можно быстро это все восстановить и поддерживать за счет упражнений. Упражнения в первую очередь связаны на стабилизацию таза. Вот я покажу два упражнения, сейчас их продемонстрирую. Первое упражнение на боку. То есть мы таким образом укрепляем именно среднеягодичную мышцу. Задача во время укрепления повернуть стопу внутрь и снять нагрузку с бедра, переключить на ягодицу. То есть вот таким вот образом. Так делая 17 раз. Дальше ногу выводим в такое положение и стопа внутрь. То же самое делаем подъем ноги. Делайте. Не, не туда. Видите, вот ошибка. Назад. Назад. То есть нога прямая. На боку лежите. Носок завернут внутрь. И вот так вот поднимаем. Тяжелее? Угу.
Ну вот. И внутрь. Сюда. Вот так вот. Тоже тяжело? Ну, вот. Мышца отстающая, ее надо укрепить. Вот. Поэтому она просит больше, больше на нее делать упор. Это первое упражнение, а второе – растяжку. Вот так. Сюда. Вот так. Вот. Вот так не выкривляемся, так не надо тянуться. В другую сторону тянуться. В другую. Вот сюда. Вот. Вот так вот тянуться, чтобы здесь натяжение было. Есть натяжение? Вот. И вот так вот по 15-20 секунд. А ну другую сторону. И теперь эту сторону. Понятно? Да. Тоже 15-20 тянет. Вот. Вот так вот поочередно тянем. То есть два упражнения. Первое на боку, второе вот растяжка. Ясно? Да. Ну, вот. Давайте на платформу встанем, посмотрим. Вот ямочка. И вот ямочка. Намного лучше. Просто упражнение надо делать, и оно все закрепится. तो कैसा लगा आपको ये थोड़ा अलग तरीके का ट्रीटमेंट जो कि हमने देखा और थोड़ा मज़ेदार भी था. तो अगर इस चैनल पे अगर इसी तरीके की नई नए मज़ेदार वीडियो आपको देखना है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही. मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में. आज के लिए बाय.